Стуковысевающие аппараты АТД-2 предназначены для внесения минеральных удобрений при междурядной обработке. На культиваторе растения-питателя ОСМК-5,4А можно использовать подкормочное приспособление свекловичной сеялки ССТ-12А. Рабочие органы культиватора регулируют на ровной площадке. В горизонтальной плоскости культиватор устанавливают путем регулировки правого раскоса и центральной тяги навески трактора. Для установки требуемой глубины обработки почвы под кодирующие колеса секции подкладывают деревянный брус. Толщина бруса должна быть равной глубине обработки, уменьшенной на величину погружения колес в почву, то есть на 2-3 см. После этого рабочие органы закрепляются в держателях. Перед началом работы следует сделать 1-2 пробных заезда и окончательно отрегулировать культиватор применительно к конкретным условиям.